Самый крупный город Далмации и второй город Хорватии после столицы Загреба, Сплит имеет историю, перешагнувшую 1700-летний рубеж. На набережную выходят стены самого интересного квартала Сплита – Диоклетианова дворца. Он был построен в 305 году для римского императора как частная резиденция в городе, где он родился. Диоклетиан правил Римом 21 год и вошел в историю как реформатор государственного устройства Римской империи и организатор жестоких преследований христиан. На месте его мавзолея позднее возвели христианский собор святого Дуя, покровителя Сплита. Дворец в основном построен из белого камня, привезенного с острова Брач. Мрамор был доставлен с Мармары, гранитные колонны и сфинксы из Египта. Город-дворец являлся одним из поздних сооружений античного Рима, где в едином архитектурном комплексе объединялись дворец, крепость и город, спланированные по типу военных лагерей. Мощные крепостные стены, башни и ворота. Общий размер городской территории был 215 на 180 метров. Главные улицы шириной 11 метров имели на всем своем протяжении колоннады. А это самая узкая улица в Сплите. Она называется «Пропусти меня вперед». В 639 году Сплит был разрушен, а все население города укрылось на территории дворца. К концу VII века вся береговая линия района и город были заселены славянами. В XII веке Сплит формально признал над собой власть венгерско-хорватской короны, но сохранил фактическую независимость вплоть до 1420 года, когда он вместе с большинством прибрежных и островных городов Далмации вошел в состав Венеции. Впрочем, и в составе Венеции Сплит пользовался известной автономией. В средние века Сплит стал одним из главных хорватских центров торговли, экономики и культуры, а в конце XVIII века был присоединен к Австрии. За прошедшие 17 веков здесь оставили след многие цивилизации. И, как говорят, разные эпохи связаны в этом месте натянутыми между домами бельевыми веревками. Восьмиметровая бронзовая статуя епископа Нинского, жившего в X веке и прославившегося борьбой за сохранение хорватского языка, нынче пользуется большой популярностью у туристов. Есть поверье, что если потрогать большой палец ноги статуи, будешь счастлив. Сплит называют сердцем Далмации. Это самый большой хорватский город на Адриатическом побережье, деловой, административный и культурный центр, важный морской порт и живописный город-курорт со множеством комфортабельных отелей и замечательными гаванями для любителей парусного спорта, с рядами пальм на набережной и удивительным старым городом, занесенным ЮНЕСКО в Книгу памятников культуры мирового значения.